Здравствуйте! Один из самых востребованных аксессуаров в духовом шкафу – это телескопические направляющие. Они созданы, чтобы обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности при эксплуатации прибора. Довольно часто покупатель ставит наличие этого аксессуара выше остальных особенностей духовки и готов идти на компромисс, приобретая не очень хороший духовой шкаф с далеко не самыми высокими характеристиками поддержания температуры, низким ресурсом работы или не очень эффективными режимами нагрева, но зато с телескопическими направляющими. В премиальных духовых шкафах телескопические направляющие уже входят в комплектацию прибора и дарят удобство и комфорт своему владельцу. Хотя они находятся и не на всех уровнях, все же они там есть, и можно привыкнуть работать с такой комплектацией прибора. В бюджетном сегменте приборов боковые стенки оснащены прутковыми направляющими. Для установки противня необходимо попасть им в паз между прутков. Сдвигаются аксессуары с легким усилием, а при выдвижении позволяет удерживать противень или решетку в горизонтальном положении при выдвижении их процентов на 20-25 глубины. В среднем ценовом сегменте приборов покупатель чаще всего обнаружит один или два ряда телескопических направляющих. Это лучше, чем прутковые системы. Но в большинстве случаев такой прибор будет стоить заметно дороже, чем прибор с бюджетной комплектацией и прутками. При наличии телескопов вы получаете доступ ко всему объему противня, не вынимая его из духовки. Можете солить, перчить или переворачивать блюдо, избегая риска обжечься или опрокинуть противень. Новые телескопические направляющие Clip Rail позволяют превратить бюджетный духовой шкаф в прибор среднего класса с комфортом, превосходящим премиум сегмент приборов. Эти телескопы можно устанавливать в бюджетные модели серии 4 и средний сегмент приборов серии 6. Они устанавливаются на любой уровень прутковых направляющих. Можно поставить их одновременно на все 5 уровней. Или дополнительно к существующим телескопам поставить их на недостающие 1, 4 или 5 уровни. 5 уровень востребован при приготовлении на гриле. 4-й на гриле с конвекцией, когда решетка с мясом ставится на 4-й уровень, а противень для стекания жира на 3-й. 1-й уровень необходим при приготовлении хлеба или пиццы. Телескоп Clip Rail цепляется за задний вертикальный пруток между двумя горизонтальными прутками, а затем, нажимая на кнопку Push, вы крепите его между этими же горизонтальными прутками на пруток передний вертикальный. Снимается он также просто. Просто нажмите на кнопку Push и готово. Это происходит очень быстро и просто. И даже если у вас только один комплект телескопов Clip Rail, вы в течение 10 секунд можете переставить его на любой другой уровень по вашему желанию. Возможно, вам не нужно часто переставлять телескопы с одного уровня на другой, но и здесь Clip Rail имеет преимущество. При приготовлении пищи в духовке часто возникают брызги жира. Они удаляются с противня при мытье, удаляются со стенок с помощью режимов самоочистки, а вот с телескопов их приходится удалять вручную, с большим трудом. Мыть телескопы в духовке очень тяжело и муторно, а вынимать всю конструкцию с рамой и интегрированными телескопами сложно и крайне неудобно. Эта конструкция тяжелая и неповоротливая, и даже может травмировать ухаживающего за ней человека. Телескоп Clip Rail снимается одним нажатием на кнопку и легко моется обычной губкой для мытья посуды. Clip Rail – это полноценный телескоп с подшипниками и смазкой, ничем не уступающий по своей технологичности решениям, применяемым в дорогих духовых шкафах. Классические телескопические направляющие оснащаются специальными ограничителями на краях полозьев. Они сделаны для того, чтобы избежать случайного выпадания противня из телескопов. При наличии ограничителя для того, чтобы изъять противень из духовки, придется сначала его приподнять с краю и лишь затем вытащить его на себя.
После установки телескопических направляющих ClipRail вы обратите внимание на то, что здесь нет никаких ограничителей. Здесь в тыловой части телескопов располагаются специальные пружинки, которые удерживают противень за уголок, позволяя ему находиться на поверхности стабильно и не выскальзывать. Отсутствие стопоров облегчает уход за телескопами и делает их более изящными. ClipRail позволяет поднять уровень комфорта при эксплуатации бюджетных моделей духовых шкафов без телескопов. ClipRail позволяет доустановить телескопы на все свободные прутковые уровни, подняв комфорт эксплуатации до максимального. ClipRail превосходит по своему уровню комфорта и премиальные решения в свете вопросов об уходе за телескопами. Телескопические направляющие ClipRail не требуют покупки отдельной рамы и подходят для всех духовых шкафов серии 4 и 6, имеющим откидную дверцу. Последние полгода мне довольно часто в духовке серии 6 приходилось готовить одновременно на трех уровнях, и решение созрело не спонтанно. После заказа телескопов через интернет мне их доставили в Петербург через 3 дня. Выбирайте свой будущий духовой шкаф, исходя из своих кулинарных потребностей, а комфорт — это дело всего лишь трех дней.